Тебя он остановил или меня? Ну ты видел, да, какой-то непонятный жест был? Ну да, я думаю, я забыл. Ну да, на перекрестке. Ну не запрещен же на перекрестке. Я знаю. Сейчас спросим, когда он остановил для начала. Потом уже это. А что ты камеру не достал? А у меня? Сейчас стоит. А, ты обратно в машину пойдешь? Да, мне же документы. Блядь, он пока дойдет, полгода пройдет, блин. Пам-пам-пам. Я уж хоть надеялся, что никто нас не остановит. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Спецбатальон старшина полицейского ваши документы. Меня остановили? Да, вас. Ага. А что случилось? Знаете, что случилось? Нарушили. Документы гражданина, то все объяснили. А, ну объясните, что я нарушил. То есть я нарушил ПДД, правильно? Да, ПДД нарушили. Будете а какой-то штраф выписывать? Или да, что? Протокол будем составлять. Ага. Интересно. Водительская, пожалуйста, и свидетельство о регистрации на транспорт. Еще раз скажите, кто вы? Старший лейтенант полиции на вас, спецбатальон. Можно удостоверение посмотреть ваше? Конечно. Угу. У меня обращение будет к вам, вернее, заявление на вас. Какое? А что вы стоите не по форменной одежде? Почему? Ну, потому что в 575-м приказе в вашем 30-м пункте написано, что в любое время суток вы обязаны быть в световозвращающем жилете. Нет, жилет. Новак Владимир Юрьевич, да, старший инспектор ГИБДД до 25 числа. Снимите маску, я не вижу, кто там. Вот, смотрите, пожалуйста. Ну, похож, допустим. Похож? Угу. Можно как? Ваши документы? Зовут-то? Что? Зовут как? Меня Владимир зовут. А, Владимир? Владимир, да. А отчество? Еще раз. Владимир Юрьевич. Владимир Юрьевич. А вас как зовут? Меня Ильнар Юрьевич зовут. Очень приятно. Смотрите. Сейчас, одну секунду, документы проверю. Я хорошо. Просто его защитник. Хорошо, я, ребята, я, можно страховку ваш есть? Для чего? Для составления административного штрафа? Нет, мне страховка? Проверить. Так вы про страховку проверяете или административный штраф не хотите выписать? Я сейчас проверяю документы изначально. Вот. Просто так-то проверить документы вы не можете. Почему? Потому что у вас есть свой я регламент, в котором... Да. Да. Я вам сейчас... Пресек право на передвижение. Да. Послушайте, остановка это административная процедура. Согласны? Да. Все, я вижу вашу страховку, пожалуйста. Угу. Так, Илья Ильич, пойдемте сейчас проверим. Я никуда не пойду к вам. Пойдете? Ну, сами туда пойдем. Или с вами, да? Зачем? Со мной. Куда едете, ребята? А? Куда едете? Ну, туда. Прям. В сторону туда. Юга. На море отдыхать? Ну, типа того. В работу. Как командировка. Коллегам едем нашим. Окей. Ну, что за коллеги, где работаете? Журналисты мы. COVID-19. Все что ли? Да, давай. Ребята, наденьте жилетку. Смотри. Наденьте жилетку. Я смотрю, нам жилетку не нужно одевать. Нужно. 30-й пункт 575-го приказа, почитайте, пожалуйста. Ребята, вам тоже много чего нельзя. Вы вот чего нельзя? Разметку знаете, что нарушил? Да. Какую разметку я нарушил? Какую? 1-1, сплошная. Смотрите. Там не было сплошной. Послушай. У меня все записано есть. На видео. Вот, можешь потом пересмотреть. Uh-huh. 1.5 разметка. Далее за ней следует 1.6 длинная разметка. Uh-huh. Дальше идет 1.1. Вы за пределы, который запрещен. Uh-huh. Две дорожки у нас здесь было. Смотри. Я разве проехал какую-то такую разметку? Да, можешь себе посмотреть. Вот там, нет. Вот там перекресток, смотрите. Выезжают машины туда, уходят налево. Ага. Uh-huh. Человек едет, вроде бы, ну вот, грубо говоря, сейчас выезжаешь, да, туда? Еду, да? Вроде так, ну, спилась, но если это сказать. А ваш автомобиль находится в слепой зоне. В слепой зоне, слепой когда зоне? Вы отгоняете сзади. Он выходит и бам, лобовую. Не надо. Если вы знаете эту разметку, ну, вы видите, откуда, какие регионы у меня на номерах? Я проехал уже, представляете, сколько тысяч километров. А это везде разметка по всей России. Я к тому говорю, что я не нарушаю так грубо правила. Если и нарушаю, это то не грубо. Водителям, что это не грубо нарушение. Я сейчас ничего не нарушил. Вот сейчас можешь я посмотреть? Ничего не можете нарушил. Посмотреть? Ну, посмотрим. Но вы же меня остановили, значит, у вас есть доказательства моей вины. Вот посмотрите, принесите, посмотрим так вместе. Что? А извините за то, что просто так остановили. Всего доброго. До свидания. Вот так вот.